У форуму регіёнаў Беларусі і Украіны вялікая перспектыва. І практыку правядзення такіх мерапрыемстваў плануецца працягваць. Беларусі і Украіна збіраюцца і надалей нарошваць узаемны таварааборот. Сёння агучана новая лічба – 10 мільярдаў долараў. Другі дзень форуму Беларусі і Украіны прайшоў з удзелам кіраўнікоў дзяржаў. Да пленарнага пасяджэння Александр Лукашенко і Пётр Парашэнка правялі сустрэчу ў двухбаковым фармаце. Падрабязна у Настасьи Кучинской. Перед уделом у форуме Александр Лукашенко и Петр Порошенко провели встречу в формате сам-насам. Перед початком белорусский лидер тепло повитал своего коллегу. Жив, здоров. А я постоянно. Молодец. Не только по телевизору. Основную увагу размове президента надали развитию гандлю, экономичному и инвестиционному супрацовництву праз призму потенциалу прямых контактов на узроўні регионов. Александр Лукашенко отзначил, что мероприемства и первого дня форума напередодні прошли добра. И у такого формату работы есть великая перспектива. Хорошее мы приняли решение о проведении форума регионов Украины и Беларуси. И я рад, что вам понравился Гомель. Вы его уже в первом приближении посмотрели. Вы, наверное, чувствуете, что он ничем не отличается от прекрасных украинских городов. Но это естественно, поскольку граница здесь буквально рукой подать. Здесь очень много живет украинцев. Город Гомель – это хороший город, теплый город для украинцев. Вчера первый день наших мероприятий прошли очень хорошо. Губернатор докладывал, люди очень довольны, о многом договорились, многие заключили контракты. Поэтому у этого мероприятия большая перспектива, и мы всегда будем рады вас видеть в Беларуси. Но я так полагаю, что следующий форум будет на территории Украины, и мы с большим удовольствием, большой делегацией приедем в тот город, который вы определите. В общем, добро пожаловать. Я хотел бы поблагодарить за то, как встречают украинскую делегацию вчера, сегодня, как Беларусь подготовилась, какой красивый Гомель, как украшены флагами Украины и Беларуси улицы Гомеля, как приветствуют люди на улицах. Звертающийся до белорусского коллеги и до удельников форума уже с пляцовки пленарного посяджения Петр Порошенко отзначая, товарооборот у 10 миллиардов долларов лишь цалком реальная. 7 предприемств с белорусским капиталом уже уваходят в список самых буйных податкоплательщиков Украины. На форуме свои достижения презентуют 60 украинских компаний. Есть добрая основа для самых масштабных планов. Александр Лукашенко, протягивающий думку коллеги, еще раз подтверждая, Украина является для Беларуси не только добрым сябрам, але одним из найважнейших политических и гандлёво-экономичных партнеров. Треба кооперироваться и выходить на рынки третьих краин. Узнял Александр Лукашенко еще одну важную тему – войны и миру. Беларусь готовая допомогши у вырашении конфликту на усходе Украины, бо гэта агульная беда для наших держав. Я хочу, чтобы вы знали нашу позицию. Я уже когда-то сказал, мы, если и придем с севера к вам, я хочу, чтобы это военные некоторые услышали в Украине, то мы придем на комбайнах, тракторах, на троллейбусах и автобусах. Мы никогда не придем к вам на танки. Повторюсь, мы не просимся ни посредниками, ни миротворцами. Мы просто за вас переживаем. И если мы что-то сможем и можем для вас сделать в этом плане, мы готовы. Нам это решение дается непросто. Я вообще не приемлю, когда пытаются нашу украинскую землю использовать некоторые как разменную монету. Украина всегда будет мощной, процветающей и единой, но надо уметь договариваться. Потом решим, кто виноват. Вот эту проблему давайте оставим нашим детям. Пусть они потом с течением времени, далекое видится, большое видится на расстоянии, пусть они потом решат, кто виноват. Сегодня надо прекратить братоубийственную войну.
Мы к вашим услугам. Спасибо вам. Я хочу подякувати Олександру Григоровичу, хочу подякувати білоруський народ і хочу подякувати Мінськ. Я дуже задоволений тим, що внаслідок наших домовленостей була прорвана дипломатична блокада. І для нас це теж важливо, бо і для мене Білорусь, частинка Білорусі не завжди залишається в моєму серці. Велике вам спасибі за це. Беларусь настроена на предметный и конструктивный диалог с Украиной во всех сферах, у духу доверу и взаимной поддержки. Наша страна готова удельничать у модернизации инфраструктуры украинских городов, поставлять технику и разом выходить на рынки третьих стран. Диалог регионов доказывает свою эффективность. Подписаны новые погоднения, сумма контрактов перевысила 100 миллионов долларов. Как плануется, местом проведения другого форума регионов Беларуси и Украины станет Житомир. Настасья Кучинская, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».